Победа Майи Санду на президентских выборах удобна Владимиру Плохотнюку и его посаженному сыну Андриану Канду, лидеру партии «Промолдова». Об этом заявил независимый кандидат на пост главы государства Игорь Дадон. По его словам, так им двоим было бы легче избежать правосудия за совершенные преступления. Игорь Дадон говорит, что Владимиру Плохотнюку и Андриану Канду неудобна нынешняя власть, которая серьезно взялась за расследование дела о хищении миллиарда и других уголовных дел, связанных с коррупцией. Как сейчас рьяно защищает и пытается помочь Майе Григорьевне? Почему? Потому что за все эти годы, пока мы не взяли рычаги власти, инструменты власти в свои руки, когда после ноября прошлого года, никто серьезно ими не занимались. Канду, своим наношом там и так далее. А после того, как появился генеральный прокурор, который я назначил, независимый, сразу арестовали активы Плохотнюка за рубежом. 12 октября Генеральная прокуратура объявила, что на имущество Владимира Плохотнюка в Румынии, Франции и Швейцарии на сумму более 160 миллионов леев будет наложен арест. Это произошло после того, как прокуратура представила дополнительные доказательства того, что бывший лидер демократов является владельцем установленных активов. Ранее было арестовано имущество Плохотнюка на сумму 3 миллиона евро. По словам Игоря Дадона, его оппонент – политик, на которого легко повлиять, и это устраивает двух его сторонников. Кандидат от ПДС в президенты не ответила на наши телефонные звонки, чтобы прокомментировать заявление. Им выгоднее, чтобы Майя Григорьевна была президентом, потому что в этом случае они надеются, что будет проще, потому что она слабый политик. Потому что когда нужно было, к примеру, защищать по аэропорту, Майя Григорьевна встречалась с Ротшильдом. И подтвердил это и бывший министр экономики Андрей Андреевич. Какая разница? Он с Ротшильдом тоже встречался в прошлом году в Израиле. Поэтому я вижу, как они пытаются сейчас делать все, что в силах, для того, чтобы как-то увеличить шанс победы Майи Григорьевны. Напомним, Андриан Канду и его партия «Промолдова» заявили, что поддержат Майю Санду на президентских выборах.